кошка просит курятину. Мы сейчас будем готовить шашлык. Вот уже кусочки порезала. А это для кошки. Опа, поймала. Давай еще. Чика-лапки. Лапки. Оп! Не поймала. Она рычит. Ваню припахали в полном смысле слова. Решила бороться с сорняками следующим образом. Купила вот такой материал. Вот отрезала лишний кусок, на дорожку пойдет. А здесь нужно брать помидорчики, которые у меня уже высажены, и вырезать вот так крест-накрест небольшую дырочку. Отверстие технологическое, которое будем просовывать помидорчик. Здесь у меня везде помидоры насажены. Соответственно, когда все будут так вот высунуты, говорят, что сорняки практически полоть не надо, если только прямо вот около корня что-то вырастет, а так больше нет. В общем, все здорово. Сейчас просто снимаю, я буду резать, а потом ускорю. И вот что получилось. Здесь у меня еще капуста, сейчас буду присаживать. Еще капуста, салат, лук и укроп. Приехали с Пашей на репетицию первой сцены фильма, в котором он будет играть главную роль. Сейчас заходим в театр. Театр называется «Театральный особняк». И там состоится репетиция. Нас уже давно ждут, а у нас метро стояло в перегоне почти 20 минут. И мы как раз на 20 минут и опоздали. Нам стыдно. Здравствуйте. 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 Нашли? Хорошо? Да. Вас можно поснимать? Да, можно, конечно. Привет. Это наш режиссер. Так, хорошо. Здравствуйте. Давайте так. А это актриса, которая будет играть главную роль. Сижу уже полчаса, жду, когда там Паша нарепетируется. Не знаю, сколько еще ждать, но надеюсь, часика через пол мне покажут, чем они там занимались. Может быть, даже сниму и покажу вам. А пока еще буду ждать. Знаешь, мам, понимаешь? Я ведь не для себя его попросил. Я должна тебе сказать про операцию. Ответ пришел. Мы не едем в Израиль, но это даже хорошо. Это даже лучше. Мы прооперируемся здесь. Посмотри, посмотри, как красиво. Какой снег идет. А про операцию я знаю все. Мне дядя Андрей все рассказал. Ерунда. Неделю полежу и все. Да. Это последние дни белой листвы. А потом... Потом наступит лето. Я знаю. Я знаю.
Молодец. Будем работать, все получится постепенно. Ирина, что мне нужно? Мы должны как бы друг к другу привыкнуть. Павел должен войти в эту ситуацию. Он должен стать Костей. Все равно все вот эти как бы сцены, я не зря это выдернул именно сейчас, да, то есть когда еще летом наступило, мы будем снимать октябрь-декабрь, да, нам нужно хотя бы раз в неделю, на час встречаться, потому что персонаж Кости — это достаточно мощный образ, да, тут как бы вообще мощный актерский состав подбирается, да, и как бы это нужно вытаскивать, да, то есть над этим надо работать. Все закончилось. Идем. Дай текст покажи. Вот с текстом. Будем дома учить. Сейчас репетировали, оказывается, не первую сцену, как мы думали, а самую такую ключевую, основную, самую сложную в плане эмоций тему. Ну, в общем, режиссер... Ну, достаточно удовлетворен. Хотя сказал, что нужно над этой сценой поработать. Так что будем работать дома, будем смотреть фильмы Феллини и искать там каких-то персонажей молодых, чтобы возраст соответствовал Пашиному возрасту. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, в общем, как всегда, бла-бла-бла. И не забудьте лайк поставить мне и Паше. И главное, пишите в комментариях, что вы вообще обо всем этом думаете. Задавайте вопросы, по возможности постараюсь на них ответить. Всем пока, увидимся очень скоро. Открыли робота, расчехлили. Подписаться, если хочешь быть здоров, постараться. Больше лайков, больше слов писать в комментах. Постараться, если хочешь.